Это наши все собачки, мальчики, девочки после стерилизации. Да, мои хорошие, все хорошо себя чувствуют, все играют хорошо, да. Мои хорошие такие. Вот так, 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 мальчики, девочки здесь. Хорошие такие дети, да, хорошие. А ты что такой скучный стоишь? Иди сюда, иди ко мне. Иди, мой хороший, иди сюда, да, да, да. Вот такие хорошие, хорошие дети. Хорошие дети такие. Очень много уже пустых и разбирают потихонечку. Перевозят в Чехов, в Чехове строят новые вольеры. И забирают туда наших детей, да, хороших, красивых таких. Забирают их. Да, 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 вот такие красивые. Красивые дети такие, красивые. Ай, ты танцовщица, иди сюда. Иди сюда, иди, девочка, иди сюда. Иди, девочка, танцовщица наша. Ай-яй-яй-яй-яй, какие хорошие. Ай-яй-яй, какие хорошие. Да, 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 какие вы красивые, да. Вот так, так, так. Ты танцовщица тоже такая. Ого, как ты прыгаешь, мои хорошие. Хорошие, скоро вы тоже уедете на новое место. Да, уедете, никто вас не обидит. Никто не обидит. Никто не обидит детей таких хороших. Да, мама вас не даст никому обидеть. Мама Валя не даст никому обидеть из собачек наших. Да, мои дети хорошие. Мы делаем то, что самое оптимальное в нашем случае. Мы делим наши вольеры напополам. Делим, урезая место у тех,
кто хотел свободы. Теперь у нас вынуждено будут маленькие вольеры для того, чтобы вывести остальных, кто находится сейчас под угрозой смерти. Друзья, пожалуйста, если вам жалко их, пожалуйста, помогите. Мы все люди. Отзовитесь, я вас очень прошу. Помогите нам достроить приют. Пожалуйста. Мы сделали две линии. Две линии. Мы начали из бытовок делать третью линию. А всего таких линий надо пять. Пять, чтобы вывести и устроить с нормальными удобствами наших собак. Пожалуйста, прошу вас, друзья. Прошу вас. Отзовитесь.